Сегодня очень большой день. Один из самых знаменательных дней в моей жизни. Я не думал, что это произойдет именно сегодня или вообще в ближайшее время, но сегодня утром я своими глазами увидел то, что случилось. В принципе, можете меня поздравить. Сегодня я заработал первые деньги. Я не шучу. Это правда. Вы спросите, как же это произошло? Как ты смог, в принципе, что-то заработать? Особенно те, кто меня знает. Я расскажу. Несколько дней назад я захотел вставлять картинки на превьюшки своих видео. Для этого нужно было подключить монетизацию. Я подключил, только ради картинок. И вот сегодня в своей аналитике я увидел вот это. $0.10. Многие спросят меня, как ты смог этого добиться? Как ты сумел заработать 10 центов всего лишь за неделю? Я скажу вот что. Нужен всего лишь талант, амбиции и труд. И вы заработаете 10 центов за неделю. Много ли можно купить на заработанные мною деньги? Немного. Я бы даже сказал, практически ничего. Однако, это всего лишь начало. Да, это заработок в интернете. Да, я этого даже не планировал. Я сделал это случайно. И да, это настолько мало, что даже бездомный не согласился бы на такой заработок. Думаю, если бы я дал бомжу, который сидит на вокзале с ящичком для денег в руках, $0.10, он бы вместо «спасибо и храни себя Господь» плюнул бы мне в рожу. Смачно бы так харкнул. А потом позвал бы других своих бомжей, чтобы они тоже харкнули мне в рожу за то, что я дал ему $0.10. Но, фактически, это первые мои заработанные деньги за 18 лет. $0.10. Неплохое начало. Я бы даже сказал, очень хорошо. Для меня это лучший результат. Кто знает, быть может, через год или два я смогу заработать даже доллар. Или, кто знает, может, $10. Ну, ладно, 10 это перебор, не буду заходить слишком далеко, не буду слишком завышать себе планку. Ну, $5. Хорошо, 5. Ну а если я заработаю 10, я разменяю каждый по доллару, сложу их в одну пачку, сделаю вот так вот и больше никогда не появлюсь в онлайн. Буду шиковать целых полчаса, а потом запишу видео о том, как я обанкротился. Напишу книгу о своем взлете и падении при заработке в интернете. И вот тогда-то посмотрим. А это только начало. Give me a money.